Если вы зашли в свою соцсеть, в частности ВКонтакт, и у вас вот такая ситуация, не переживайте, сразу можно выйти с этой ситуации. Каким образом? Смотрите. В нашем чате есть ссылочка на программку и ниже как инструкция такая. Ну, как это быстро и просто сделать, я вот так вот беру, просто копирую ссылочку на этот сервер для обхода и вставляю в браузер рядышком. Открываю вот браузер пустой и вставляю сюда эту ссылочку. Enter. Идет загрузка. Вот эта программка подгружается. Теперь смотрите дальше, что мы делаем. Подгрузилась. В правом уголочке установить. Нажимаем. Установить расширение. Глобус. Обратили внимание, зелененький какой глобус. Вот оно установилось. Программка скачалась тут в левом углу у меня. Так, теперь обновить. Ага, произошла ошибка. Бывает такое. У меня пару раз такое было. Сейчас попробуем еще разочек. Вот этот глобус у вас должен появиться в правом уголочке. Еще раз пробуем. Несколько попыточек делайте, и у вас выскакивает вот такой вот на иностранном языке. Вот тут перевести эту страницу. Нажимаете перевести. Она у вас получается на русском языке. А вот здесь в уголочке, как я вам и говорила, на этой страничке появляется глобус. Нажимаете глобус. Вот, и вот здесь, вот смотрите, off закрыто. Нажимаете on открыто. Нидерланды. Все, и заходим через Нидерланды в контакт. Они как бы закрыты, получается. Нажимаем обновить страничку. Закроем. Обновить страничку. Вот. Вуаля, и вы на своей страничке. Вот здесь, вот, пожалуйста, вы уже на своей страничке. Здесь вот спрашивают, укажите ваш электронный адрес. Вы можете указать свой электронный адрес, но только у вас должно быть несколько электронных адресов. Это надо в Яндексе создать почту несколько, и она даст возможности нескольких почт. Ну, можно не указывать. А теперь смотрите, еще одна фишка. Вот зелененький горит. Значит, мы зашли через это расширение. Но это расширение тормозит слегка работу компьютера. Когда вы закончили работу на этой страничке, нажали, и вот здесь нажали off, отключить. Понятно, да? Еще раз напоминаю, как мы это делаем. Копируем ссылочку вот эту. Вставляем рядышком браузер со страничкой, которая у вас не работает. Страничка, которая у вас не работает. Вы зашли на страничку, она недоступна. Страничка недоступна. Рядом открыли вкладку, вставили ссылку. Enter. Программа появилась. Подгрузилась она. Как только подгрузилась, это специальная программа. Установить нажали. Установить расширение. Все, даже если будет у вас выскакивать ошибка какая-то, не пугайтесь, несколько раз повторите, обновить, обновить, заново-заново, и вы попадете вот туда, куда надо. Все, перевести на русский язык еще раз. Напоминаю, вот у вас этот глобус в правом углу, нажали глобус, вот он появился, off закрыто, он открыто. Все, вот смотрите, я теперь уже на другой своей страничке. Вот она была закрыта, страничка, я обновляю в этом уголочке, на стрелочку нажимаю. И сейчас попадаю на свою страничку, которая была 5 минут закрыта назад. Все, я на этой новой страничке своей. Все, желаю удачи, не пугайтесь, всегда есть выход, минимум 3, с любой, как кажется, на первый взгляд, невозможной ситуации. Удачи!